Доброго времени суток, друзья! Здравствуйте! Продолжаем тему лекарственных растений, деревьев, листьев и так далее. И перед вами вот листья. Листья дерева, экзотического дерева, встречающие в наших регионах редко. Ну и так по порядочку. Гинкга биолоба. То есть мы будем с вами разбирать дерево, это и в частности листочки, то есть польза этого растения, то есть дерева и части этого дерева. Коснемся и коры, и цветов, и листьев. В основном будем говорить о листьях, то есть о препаратах мы будем говорить вкратце. Я в основном о дереве и о листьях, то есть какая польза этого дерева. Гинкга биолоба, вы все знаете, что она применяется, где она применяется, в косметологии, в фармацевтии. Она очень хорошо как биодобавка, то есть БАД. Но мы с вами будем сейчас разбирать вот именно листья. Если где-то вы встретите, сейчас можно заказать эти сухие листья гинкга биолоба, то есть его употреблять как чай. Итак, по порядочку. О нем, о этом растении можно говорить очень долго и вообще много говорить можно. Мы коснемся все вкратце. Не будем говорить об этом биологически активной добавке. Применяется она в основном, да, в это фармацевтических компаниях, как действующая биологическая активная добавка для лечения таких там всевозможных заболеваний, сосудистых заболеваний, улучшения памяти и так далее. Но мы с вами будем разбирать по порядочку про это растение. Это растение, как вы знаете, может кто-то не знает, оно растет в основном в Китае. То есть она любит субтропики. В основном, я сказала, а так он может встретить в других регионах. Но сейчас оно культивируется и в наши регионы. То есть можете встретить в Крыму это растение. То есть юг страны можете встретить. Но она может быть немного, может отличаться от и по своим свойствам, и свойства действия отличаться от нашего, от ихнего китайского растения. Это родина Китая. А так, можно, говорю, где его встретить. Я хочу вам показать. Это вы видите листочки. Очень красивые листочки. Вот это дерево. Дерево такое. И вот оригинальные, просто оригинальные листочки у этого дерева. Сокращенно его называют гинкга. Дерево, значит, вот эти сережки, когда они цветет. А сейчас я вам покажу. Там, значит, вот шарики у этого растения, когда оно цветет, есть вот они, вот такие красивые шарики. Все это тоже очень полезно, друзья. Оригинальная очень. Оставим это, смотрим. Итак, но в основном будем разбирать листья. Значит, химический состав гинкга биолоба. Значит, лекарственные свойства растения биолоба, значит, обладает таким богатым химическим составом. Благодаря этому листовую часть нередко используют для изготовления, значит, общеукрепляющих чирьев. И я уже говорю, даже вот как добавка добавляют в таблетированном виде. Значит, такими свойствами, такими веществами она обладает, значит, вот этот лист. Аминокислоты, тимин, гинголовые кислоты. Очень редкая вот эта вот кислота, гинголовая. И конденсированные танины. Микро-макроэлементы. Друзья, вздумаемся в листьях. Гинкга биолоба, такие есть микро- и макроэлементы. Друзья, очень. Фосфор, магний, железо, титан и селен. Вот сколько веществ, которые очень необходимы нашему организму. Селен, первый. Очень магний людям, которые 21+, просто эти вещества необходимы, потому что они
С возрастом, естественно, все уходит. Бензойная кислота, флавоноиды. Значит, я хочу вам сказать, что заключается в том, в листе вот эти вещества, он купирует воспалительные процессы. Вот эти аминокислоты применяются в обменных процессах, то есть способствуют снижению веса. Кто страдает, пожалуйста, употребляйте этот чай. Но прежде чем употреблять, я позже вам скажу, он небезопасен, этот лист. Значит, флавоноиды. Там в этом в листе есть флавоноиды, ярко выраженными, обладают антиоксидантным эффектом. Защищает организм от токсинов. Бензойная кислота, бактериальная кислота, там находится антибактериальная, против даже грибковый эффект имеет лист. Значит, для чего применяет и от чего помогает гинкобелома? Значит, оно обладает, значит, я сказала, антиоксидантом, противовоспалительными свойствами. И его еще с давних времен дерево называли древом жизни. Экстракт применяется для общего укрепления организма. То есть для профилактики можно пропить чаи. Ну, значит, он обладает, защищает от пагубного действия радикалов. Свободных радикально нормализует кровообращение, благотворно, значит, влияет антиоксидантным свойством обладает, и эти свойства замедляют оксиданты, что процесс старения. Особенность экстракта наблюдается в отношении следующих заболеваний. Это такие, как черепно-мозговая травма, нарушение сна, головные боли, нейропсихологические нарушения, нарушение периферического кровообращения, диабетическая ринопатия. А помимо прочего, целебными свойствами гинкобелома позволяет также использоваться в борьбе с тревожностью. Таким, у кого ну, заболевание глаз, борьба с депрессией, сосудистые расширения, ну, до сердца сосудорасширяющие действия обладает. Экстракт помогает справиться даже с головной болью, я вам уже говорила. Также он понижает, способен он понижать уровень вредного холестерина в крови и профилактика для атеросклероза. Значит, сосудорасширение, это все это говорит, связано с атеросклерозом. Значит, в пожилом возрасте этот экстракт применяет для устранения, значит, возрастных нарушений. И к таким относятся возрастные нарушения. Это венозно недостаточно. Память с возрастом, она уходит у нас, уменьшается, шум в ушах, ослабление зрения, это с возрастом, то для профилактики. Кроме того, лечебные средства активизируют защитные функции организма. То есть для профилактики, друзья, чай этот просто кладезь всех витаминов. Также он помогает для женщин, также для мужчин, для детей, там определенного возраста. Сейчас я вам противопоказания все скажу. Значит, я вам хочу сказать, заказать в сети интернет. Вы можете лист, сухой лист. Зайдите, посмотрите сухой лист. А если кто-то встретит вот это дерево, кладезь, просто соберите листочки. Значит, я вам говорила, что лист собирается, здесь у меня разделы, там плейлист, зайдите и посмотрите, там есть раздел о листьях. То есть собирается практически в одно и то же время до цветения лист. Более он насыщен всеми витаминами. Значит, ну, заваривать лист, это вы все знаете, как применяется настойки водные. Водный настой гинкобелома помогает при глаукоме. Его рекомендуется так же, как спиртовая настойка. Также есть здесь в интернете, вот посмотрите, очень много рецептов, всевозможные разные, для каждого того или иного заболевания. Я могу здесь очень много, друзья, рассказать, говорить об этом листе, об этом дереве. Но я даю информацию, друзья, есть такое дерево, гинкобелома, и польза корня листа, цветка. Мы сегодня затронули лист, только лист. И вкратце я вам рассказала вообще о гинкобеломе. Ну и, естественно, есть в аптеке, в аптечной сети вы можете даже там БАДы эти встретить, настойки всевозможные, экстраты хинкобелома,
для косметологии применяйте. Так что это вы можете в аптечной сети встретить вот эти настойки, экстракт. Значит, применение листьев дерева, вот это гинкобиллома, значит, в народной медицине, вот, борется вот с такими вот заболеваниями, которые я перечислила. Но есть и противопоказания. Противопоказания в первую очередь дозировка. Сочетание с другими препаратами, консультация, обязательно консультация. И дозировка. Может произойти аллергическая реакция. И вы должны обязательно соблюдать дозировку. Обязательно. И консультант, и не совмещать с другими препаратами. Потому что может быть какие-то вот... А так переносится этот чай, эта трава легко, но очень быть нужно осторожно. Ну и естественно, вы должны принимать, например, 10 дней, 5 дней, кому-то 7 дней. В косметологии применяйте очень полезные вещи. Ну и также для похудения, у кого проблемы с лишним весом. Ну и побочные действия, значит, я уже вам говорила, что может быть вот такие проблемы. У кого проблемы с острые нарушения кровообращения, и детям возраста до 18 лет нельзя этот чай применять, значит, у кого инфаркт миокарда был, эрозивный гастрит, артериальная гипотензия, ну, естественно, индивидуальная непереносимость, беременность и язвенная болезнь желудка. Поэтому противопоказания здесь есть, и достаточно их много. Вот. Если у вас произойдет передозировка, то может быть головная боль, естественно, тошнота, шум в ушах, если произойдет дозировка. Поэтому будьте осторожны, все нужно применять в меру. То есть и еще сбор, если вы встретите это дерево, сбор продолжается с апреля по сентябрь. То есть в разный период, например, кора в одно время, лист в другое время и так далее и тому подобное. Вот, друзья, я вас сегодня ознакомила, тут можно, я могу, могла бы говорить еще больше времени, но я не буду затрагивать ваше время, и вы сами посмотрите в сети интернет, для чего оно вам, для какого заболевания, или просто для профилактики пропить. Так что, друзья, будьте здоровы, не забывайте о лекарственных растениях, и сегодня я с вами вас ознакомила с таким деревом, как гинкобиллома, и в частности говорили о листе этого дерева. Будьте здоровы, берегите себя. Пока-пока. До новых встреч.